Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне, добро пожаловать на наш канал. И сегодня простой одесский рецепт маринада одесской килечки. Проходил, увидел сегодня малосольную на базаре, взял. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Сама килечка, я уже ее подготовил, очистил от головы, от кишок. Дальше нам лучочек понадобится, сахарок для маринада, уксус. Так как я говорю, специя, усилитель вкуса, типа мивины, вегеты, что-то в этом роде. Соль, перец, маслица тоже нам для этого надо будет. Сейчас, ребятки, быстро разрежу лучочек и вернусь к вам. И будем сразу же мариновать. А пробовать будем через день, либо через два. Чем больше она стоит, мы потом отправим ее в баночку. Она промаринуется и будем пробовать. Ребята, я с вами. Смотрите, лук вы можете порезать, как вам удобно. Я разделал его просто на четвертинки. То есть пополам, еще раз пополам и четвертиночки. Вот такие треугольнички, как я люблю всегда резать лук, вы знаете. То есть вот таким вот треугольничками нарезал лук. Ребята, сразу приступаем к маринаду. Что мы делаем? Мы отправляем сразу же лук к нашей рыбке. Весь, который мы нарезали. Ребята, не знаю, всегда готовлю на глаз. Хочется меньше лука, бросайте меньше. Хочется меньше соли, бросьте меньше, потом досолите или доперчите на столе. Следующее, что я сразу чуть-чуть подсолю лук. Почему? Потому что у меня будет, я же говорю, еще специя. Буквально чуть-чуть я подсаливаю лук, потому что я больше кинул лука, я люблю больше лука. И перчик. Тоже немножко. Думаю, достаточно для нашей тюлечки. Так, затем я отправляю нашу добавочку. Типа поваренка, либо мивины. Любимая специя моей мамы. Она всегда добавляет. Кстати, это рецепт. Первый раз я попробовал этот рецепт у своей мамы. И сахара немножко. А для чего сахар? Сахар гасит лук, горечь лука и кислоту уксуса. И уксуса. И теперь чуть-чуть уксуса, потом попробуем. И перемешиваем это все вместе с нашей килечкой. Мы обязательно приготовим черноморскую тюлечку. Ох, у меня слюна пошла, слюноотделение. Я же говорю, обязательно это сделаем. Посмотрите, все перемешиваю. Вот оно. Как. Ребятки, что я делаю дальше? Дальше я... Опа, одна выпала уже. Возвращаем. Дальше я добавляю, вот немножко перемешал соль с маслом. С маслом, с уксусом. Добавляю немного пока мес масла. Среднее так. Стоп. Вот, есть. Ребятки, сейчас перемешаю хорошо и вернусь к вам. Итак, ребятки, посмотрите, что у нас получилось. Все перемешал, все наши ингредиенты. Это соль, перец, масло, уксус, специю типа усилитель вкуса, я называю ее, это типа вегеты, мивины, сахарочек. Ребята, все делаю по вкусу. Хотите слаже, делайте слаже. Хотите более кислее, делайте кислее. Соленее, соленее. Пробуйте рыбку. Она у меня малосольная. Ребятки, что мы дальше делаем? Мы дальше отправляем ее мариновать. То есть вы попробовали по своему вкусу, в баночку сложили, закрыли крышечкой и отправили в холодильник. Где-то на минимум на день надо отправить. Либо вот, допустим, вечером вы сделали. Утречком уже можете делать себе бутербродики, пробовать. Кто хочет более промаринованную, я советую где-то дня два, тогда и лучочек полностью промариновывается. И все остальное. Знаете, есть такой анекдот интересный. Жили-были Тюлька и Килька. Вышли, говорит, замуж за еврея, стали Сайра и Мойва. Вот такая вот история. Все, отправляем мариновать. Через два дня обязательно снимем пробу. Подождем два дня. Ребятки, прошло два дня наконец-то. Слюна текла, но я держался. Посмотрите, что получилось в баночке.
наша килечка маринованная, маринад, вернее, для килечки, будем так говорить, или наша килечка уже маринованная. Брал малосольную, напоминаю, да? Все, будем пробовать. Взял помидорочку, ребята, черный хлеб и большой-большой бокал пива. Вскрываю при вас. Какой аромат, ребятки. Лук. Наша килечка вот так вот прямо отправляю при вас. Смотрите, черный хлебушек. Ароматный. Все, без всякого масла берем. Ребятки, вы помните, что я уже почистил ее частично. Вот при вас прямо. О. Разделываю. О, вспомнил биточки из тюлечки или из килечки. Вот прямо такой себе бутерброд делаю. Какая же это будет. И при том же не будет косточек на моих биточках. Секретик маленький будет. Ой, сейчас пойдет, будет теплее, ребята. Будет черноморская. Сделаю. Сделаю для вас классные одесские биточки. Настоящие одесские биточки. И цацу мы сделаем, ребята. Все сделаем. Вот так вот чищу. Я жадный. Понимаете, тюлечки должно быть с толщиной хлебушка. Вот видите, толщина хлебушка. Это не две тюлечки, как в ресторане. Мы же для себя делаем. Это пять тюлечек. Или килечек. Анекдот я вам рассказал за Сайру и Мойву. Вот так вот. Ну, еще одну от жадности. Да, как в старом анекдоте одесском, да? Забегает мужик в аптеку, говорит, дайте, говорит, мне, говорит, таблеток от жадности, говорит, и побольше, побольше. Так, и лучочек сверху. Вот так вот. Вот такой у нас бутерброд, ребята. Я уже привкушаю. Здесь даже не надо привкушать. Я думаю, что вы тоже понимаете, что это будет очень-очень вкусно. Так, что я буду делать сначала? Сначала, пока я себя руки не вытер, я попробую вот эту маленькую. Отдельно, без хлеба, без лука, без ничего. Вот как она пропиталась. Вот возьму маленькую самую. Отправлю так. Так, ребята, я могу в художественном училище позировать. Без килечки. Это просто бомба. Потираю руки. Ребятки, и пробуем. Вот так вот разворачиваем. Что я сразу делаю? Знаете, что я хочу? Я хочу немножечко... Я уже попробовал. Возьму помидорочку. Бутербродичек. И отправляем по назначению. И пусть весь мир подождет. Я сегодня как поросенок. Руками, да. Ну, вкусно. Вкусно просто. Это просто супер, ребята. Так я долго ждал это. Вместе с мазюковсом. Пиво не забудьте. Эх. Ребятки, с вами было 10 на кухне с пальчиками, с колокольчиками. Там разберетесь. Друзьям рассказывайте. Будем готовить обалденные рецепты. Классные для вас. Люблю. Целую. Мира, добра, здоровья. Пока. Пока, ребята.